Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и вы на канале Валерий Хауса. Продолжаем играть в Отчужденный, продолжаем вторую главу. Вот, добрались мы до каких-то турелей, которые нас намочканули они в прошлой серии. Так, я не знаю, как их надо как-то либо уничтожить, либо... Там какие-то патроны, что ли? Ничего не берет. Звуковое сопровождение, это ничего ж, это такое. Так. Ладно, патроны. Патроны нет. Окей. Там она мочканула какого-то зомбаря. Я не знаю, либо ее обойти как-то надо, либо... Либо уничтожить. Но она резко начинает. Она, наверное, на движение реагирует. Видали? Окей. Надо что-то, короче, с ней сделать. Так. Там видал? Там какие-то. Вон. А, можно по бочке, кстати, выстрелить, в принципе. Тоже как вариант. Ну вот. Была турель, нет турели. Говно бежит сразу. Ой, не одно. Да что они такие непробиваемые? Так. Чё там еще взорвалось? Какого хера? Окей, вагоны. Нам дальше получается, да? Идти надо. Так, ну, в принципе, нам все видно, пока фонарик тратить не буду. Все нормуль. Окей, идем дальше. Ладно, побежали. Ускоримся немного. Так, а здесь можно фонариком уже посветить. Да, залазь. Чё ты как козел-то прыгаешь по сторонам? Чё-то у нас с фонариком не то, нет, вам не кажется? Чё-то он моргает. Опа-на! Походу у нас с батарейки садится. Что на батарейке такая аптечка. Неплохо. Ладно, я понял. Интересно, там бочка есть? Не, музычка такая нормальная, релакс. Бочка, кстати, здесь. Главное, чтобы пулемет не стрелил по бочке. Это будет жопошно. Так, ладно. Допустим. Там труба. Отлично. Машина меня спасла. Окей. Что дальше? Так, ХЗ, она увидит? Все, отключил. Ништяк, отключил. Блин, можно мне такую пушку? Я был бы как... Арнольд Драншвагер с таким пулеметом просто всех рвал и метал. Ладно. Аптечку нам не взять, патроны возьмем. Окей, давай, сохранюли. Сохранить игру. Можно сохранить. А здесь F5 работает? Отлично, F5 работает, все. Все как надо. Все как нужно. Столбцы. Так, ладно. А с фонариком беда. Ладно, идем сюда.
Что за звук? Или это музыка? Это, походу, музыка, да? Так, батарейка. Батарейку взяли. Неплохо. Так. Заперто. Ладно, наверх. Наверх. Что здесь у нас? Оп! Ты чё был? Хера он меня швырнул. Он с дробаша в меня выстрелил, газёл. Он меня убил? Или это задумано? Интересный расклад. Резко так, главное. А, нас поймали? Нас поймали. Ты думал, что мы дадим тебе спокойно бродить по острову и расстреливать ребят из Сокол Клокнер? Ты ошибся. Думаешь, ты все об этом знаешь? Решил, что сможешь все остановить? Ты просто насекомая букашка. Букашка, которую международная корпорация такая, как Аркуэй, запросто сможет раздавить. Букашка. Мы позволили себе обыскать твою хижину на Шетландских островах. Очень жаль, что она сгорела, и внутри осталось только твое изуродованное тело. Падлы, что ты сделаешь? Ты думаешь, что способен нам помешать? На кону судьба человечества, мы пытаемся его спасти. Что тебе непонятно? Все это часть крайне важного превентивного плана, арка, которая тебя никак не касается. Жизнь тысяч миллионов миллиардов людей, ты понятия не имеешь, за что мы здесь сражаемся. Это даже не всеобщее благо, это нечто большее. Миллионов, тысячи миллионов миллиардов людей. Скажи мне, на кого ты работаешь? Иначе ад покажется тебе легкой прогулкой по сравнению с мучениями, через которые тебе придется пройти. Слышь, чувак, мы не через такое проходили. Вот козлы, да? Сожгли дом. А там... Там солнечная батарея. Крутая плазма, ноутбук, ванна с утьками. Уроды. Кровь. Это моя кровь? Это мой... Хлеб? И вот этим ты хочешь сказать... Ты... Хера он так... По-моему, не хлеб, а сухарики. Просто... Падла. Чё, поспать? Да я знаю, вон туда надо идти. По любасу. Но снова нет ни оружия, ни черта. Дай мне пожрать еще, дай мне борща. Хлебом меня тут кормит. Ты что, свинья, что ли? Ну, давай поспим. Переварим хлебные крошки. Сигналка. Зомби прорвались или что? Так, откройте дверь. Блин. Хера себе. Да залезь ты. Чё, ты не хочешь залазить, что ли? Ты будешь залазить? Ладно, допустим, я тебе вот так ящик поставлю. Фонаря-то нет. Мы в темноте. Это чё? Это... Ладно. Аптечка. Окей. В соседнюю камеру. Смотрите, там спецназовец дохлый. Дохлый чувак. Ладно. А здесь что у нас? Бутылки, ну конечно.
Сюда кто-то из сотрудников по Любасу ходит и бухает втихаря. По Любасу. Так, эту херь нам не отломать, это не те ворота. Погоди. Нам точно сюда? Лампа бесится. Ладно. Это говорит о том, что нас не... Нихера тут. Нам говорят о том, что... Это им говорит о том, что нельзя нас брать в плен. Конечно, жопа произойдет по-любому, я все равно выберусь. Стоп. У этого чувака должен быть пистолет по-любасу. Я же говорю. Дай сюда. Дай сюда. Дай мне сюда этот пистолет. Зомби. Мертвый зомби. Окей. Беги или беги. А, бей или беги. Беги или беги. Ух ты, ух ты, ух ты, патронов. А, кстати, у нас... Да, отвалит. Будет еще какое-нибудь оружие-то? Кроме пистолет. Или хер. Так, здесь он. Фонарик-то нет. А, вот здесь меня пытали. Здесь нас пытали. Нихера себе. Молотки, пассатижи. Да они вообще ублюдки, монстры. Эти ребята не шутят. Ладно. Окей, идем. Бей, беги. Бей, беги. Это что? Это кровь? Или это... Хера такие полы, да как будто кровь. Ладно. Сектор А. На барабане. Сектор Б. Какой сектор нам идти? Пойдем в А. Пойдем в А. Я учился в школе в А классе. Давайте пойдем в А. Так, так, так. Крюндель. Крюндель. Красные бочки. Херу я тут настрелял. Испортил пол. Как так можно? Эти бочки по-любому взрываются, что-то. Вода зеленая. Что-то здесь. Что-то здесь все странно. Нихера себе комната. Комната. Комната наблюдения, что ли, какая-то. Управление компьютером. Я хочу в щитке поковыряться. Какой нахер компьютер? Так, ладно. Зона закрыта. Видите, код в двух. Двухфакторной аутентификации для переопределения. У нас когда нет? Когда у нас нет? Может, в ящиках? Ладно. Раз ты хочешь, давай положим. Окей, на черный день. Да закрой ты этот ящик. Пустые ящики кругом. Здесь тоже ничего. Да кривое это управление. Ну окей. Окей. Здесь нам делать нечего. Пароля мы не знаем. А, как только мы узнаем пароль, бежим сразу сюда. Ну чё, давай отправимся в сектор Б. Давай посмотрим в сектор Б, что у нас тут. Тоже наверх. Тут тоже... Там толчок у кого-то, что ли, засорился? Нихера это. Блин, что-то не дохнут так долго вообще. Че. Это кролики так шумят? По говну каком-то кролики бегают. Блин, они опыты проводят на кроликах, какие они ублюдки. Так. Снова видите пароль. Для переопределения совет количество образцов. Количество образцов. Возьми ты патроны, я только что потратил патроны, что ты не берешь? Ладно. Количество образцов. Не 4 это. Не 4. Ладно. А, количество образцов. Погоди. Раз, два. Раз, два. Три.
4. 5. Погоди. 5 кроликов. Lockdown fee disabled. Да ладно, сейчас безопасная рабочая станция заблокирована. Вот это вообще, это достойно лайка. Это 100% достойно лайка. Просто хера я такой умный. Ладно, идем. Мы выключили сирену, да? Выключили сирену. Ладно, допустим. Идем сюда. Здесь мы не были. Elevator disabled. Lockdown in effect. Disable. Сама ты disable. Открой мне лифт, падла. Elevator disabled. Lockdown in effect. Так, а я не понял. Погоди. Погоди, я ни хера не понял. Ну и что я сделал? Я открыл. И что я сделал? Зона открыта, сейчас безопасная рабочая станция заблокирована. Я что-то заблокировал. Погоди. Какая-то дверь еще есть? Стоп. Я, может, здесь что-то открыл? Да, нет, нет, да, нет, да. Да хер. Странновато. Ладно. Давай, сходим, может, здесь что? Открыли. А пароль-то здесь? Ну, пароль не знаем. А, зона закрыта, видите, код... Понятно, код. Может, здесь что-нибудь? Может, здесь написано что? Нет, нет, есть, нет, что-нибудь. Коробки. Тут, может, что написано, нет? Это же, блин, инди-проект. Здесь по-любому, может, где-нибудь что-нибудь на какой-нибудь столе там написано быть или еще где-то. Подсказка-то есть? Переотправить. Так, давай 5. Стоп. 80-13. Хера. Это что за добрый человек? Это что за добрый человек на мобилку прислал пароль? Это из вас, подписчики, да? Полюбас. Так, все, мы что-то все открыли. Надо... А, лифт, наверное. 100% лифт. Теперь идем в лифт. Ладно. 100% кто-то из вас, да? Чпунь! Едем. А вот это... Вниз или наверх? Сломаем лифт. Ладно, поехали наверх. Вот это да, вот это нормальный лифт. Кнопочка есть, да? У нас, смотрите, даже рука отсвечивает теперь. Ладно. Чё все зеленое? Зеленый офис. Такой же зеленый, как... Как мы... Чё? Файлинг. Ну, а... No good, evil. Зло нехорошо, да? Это что? Стратегия... Файлинг. Мне, короче, не знаю. Я английский не знаю. Окей. All right, great. Let's do this. Где субтитры? At Art Corporation. We're working to secure the futures of thousands of families which depend on us. Забыли перевести, что ли? Sports, entertainment. Arc is there for you. We've got your back. Whether it's food on the table or the fuel services for you. Забыли перевести, что ли? Safe and protected. Look forward to the future. The future's blue. Arc, the brand you can trust. All right, you get that? Is that good? Okay, так, ладно. Публик. Okay. Короче, какая-то здесь стратегия, да? Что-то глобальное.
04. Нок. Нок ап 04. Hey Jerry, how's the kids coming? Yeah, they're good. Hey, well, no, I'm gonna see you next week, gotta do the whole. Ну да, не допилили. Она же в раннем доступе, все как может быть здесь. Ладно, понятно. Все равно не переведен, я ничего, ни черта не понял, что-то там пробалаболило мне. Окей. Какие-то пуфики, пуфики. Музычка. Под такая. Прям под. Все, что ли, закончилось? Что-то резко. Так, комната отдыха. Комната отдыха. Можно попить воды, посидеть на диванчике, пожрать на столе. Посмотреть. Это телек? Допустим, телек. Посмотреть телек. Ладно. Идем дальше. Это вода еще шумит. Это что? Толчок. Толчок. Патрон в толчке. Судя по всему, мужской. Идем дальше. Это женский. Это женский, если по логике. По логике Валери Хауса. Это женский. Оп, вниз, вверх. Еще можно вверх подняться. Закрыто. Закрыто. Открыто. Там еще наверх можно. Хера, а какого размера здание? А, вон вода где. Ладно, допустим. Чё за мухи? Так, спецназовец сдохлый. Пистолет нам не нужен. Так, тут пробил трубу, короче. И нет. Отлично. Так, а фонарик-то нет. Херово все видно, фонарика нет. Ладно, еще выше. Ладно. Выше, так выше. Закрыто. Закрыто. Мы еще вниз не спускались, кстати. Тут нужен ключ. Ключ. Аркуй. Отлично. И здесь нужен ключ. Отлично. А здесь нужен ключ? А здесь дверь. Где? Нихера себе, что-то столько поднимались, поднимались, поднимались. А смотрите, здание-то какое маленькое. Реально. Или мы под землей были? Закрыто. Нужен ключ. Так, здесь что есть? Минералка. Чу! Опа! Опа! Тут еще такие темы есть. Неожиданно. Неожиданно. Стопы. Умри, умри, падла. Да блин, здесь как-то вообще криво это сделано. Просто. Не знаю, как это проходить здесь. Так. Тут уже закрыто все. Ну, теперь нужна аптечка. О, меня услышали. Отлично. А интересно, здесь, если в голову попадаешь, убиваешь сразу с первого раза? Давай, возьми ты пистолет. С первого раза убиваешь. Столько всего закрыто. Охереть. Столько всего. Еще походу делать, да? Еще аптечка. Пока не трогаем, ладно. Пока не трогаем. О, карта-ключ. Карта-ключ. Дэвид Поки. Дэвид Поки. Здесь работает жираф, походу. Здесь в офисе Аркуи работает жираф. Его зовут Дэвид Поки. Дэвид Поки. Открыл мне дверь. Спасибо. Так, здесь где-то еще тоже, да, дверь была закрыта. Дэвид Поки, ну-ка. Твоя работа. Блин,
Да это нормально вообще? Столько дверей, они все ведут в одно и то же место. Так, карту не теряем. Карту не теряем. Идем дальше. Да неудобно. Да ладно, дверь закрыта. Хера. В смысле? Мы же оттуда пришли, не? Ладно, допустим. А, вон дверь. Наверное, обходной путь. Обходной путь. Ладно. Так, сюда. Окей. Угу. Закрыто. Мы не спускались вниз. Еще. Еще вниз не спускались. Эту дверь как открыть. Че там? Турель. Ёп. Так, запомнили, здесь карта лежит. Ладно. Да что он дергает этот пистолет-то все? Вау. Так. Я все понимаю. Ну, а дальше? Сработало? Сработало, отлично. Нихера себе турель такую поставили здесь. Так. Мы здесь не были? Места все такие одинаковые, да, похожие? Ладно, допустим. О, еще одна карта. Так, здесь целый зоопарк работает. Смотрите, зебра, Лорен Форд. Зебра здесь работает. Это Зверополис, что ли? Реально Зверополис какой-то. Чувак сидит. Он мертвый или... Погоди. Ты мертвый? Ну теперь да. Теперь да. Еще одна. Так. Димас. Корбел. Димас. Главное, он всегда, он всю жизнь так ходит в такой маске. Он даже сфотографировался в ней. На пропуск. Так, это что? Что это? Это ключ? Или что это? Это пистолет. Ладно, допустим. Допустим. Так, вот эта дверь, наверное, открывается, да? СТП. Чего? А он за стеклом? Ладно. Окей. Угу. А, я могу даже так? Нихера себе. Окей. Дальше что? Фонарик-то нет. Погоди. Отлично. Отлично. Из одного здания пришли в соседнее, получается. Да, это ресепшн. Ресепшн Арквей. Угу. Так. Кухня. Угу. Закрыто? Погоди.
Может, на ресепшене дверь можно открыть? А, конечно, кнопка. С кнопки такую дверь открывает. Хера себе, мы вышли в город. Мы вышли в город. Вот. Вот это неожиданно. Неожиданно. Твою мать. Ладно. Я понял вас. Погоди. Так. Вот он. Как вы меня? Автомат. Автомат. Убил. Возьми автомат. А, чё здесь? Одно оружие можно таскать? Хера себе. Только одно оружие. Ну ладно, автомат. Аптечку нам надо. А чё он не бегает? Почему не бегаем? Ну-ка, почему ходим пешком, а не бегаем? Так, в чем дело? Куда нам идти? Заборы. В дом? Снова в дом? Точняк. В дом. Welcome. Welcome. Давно добро пожаловать в дом. Welcome. Идем в дом. Понятно, здесь ни черта. Эти ящики. Да блин, неудобно открывать эти ящики, вот реально. Вот просто реально неудобно открывать их. Пошел в жопу. Пошел в жопу этот ящик. Ванна тут посреди, короче. Вообще. Посреди ванной. Так закрыто. Опять куча лестниц. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Почему никто не проверил, как мы... Это маленький остров, но ведь здесь есть люди. Вот бы мы никогда не запланировали отпуск здесь. Если бы я мог отменить последние несколько месяцев... Господи. Бесполезно играть. Вот, если бы... Чё играть? Бесполезно играть. Бесполезно играть в эту игру, что ли? Что это? Она все равно не выйдет. Нормально. Полноценно. Да открой ты нижний ящик, дебил! Ладно, идем. Что там вниз? Вниз, снова вниз. Так, окей. Здесь нам... Понятно. Диваны. В смысле? Все закрыто. Чуть с дивана, что ли? Хера. Или что, или надо здесь что-то делать? Иди. А что мы здесь делаем? Здесь мы ничего не сделаем. Там лампочка только. Мы даже не переберемся. А-а-а. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Так, что-то там светилось, нет? Казалось. Вот аптечка бы не помешала. Все развалилось, все сломал.
куда забрел, хер его пойми где-то. Я вообще суть, ну, как бы, понятно, да, здесь у нас какой-то инцидент, какие-то монстры там туда-сюда появились из-за экспериментов. Но вообще не понимаю, что-то по каким-то катакомбам ползаем, по каким-то... Че какой-то трэш. Да залезь ты. Твою мать! В смысле? Какую херню тут, говно, какие-то какули завалился, вывалился, упал. Так, а тут у нас не будет жизни валяться? Ладно, допустим, ладно, нормально. Нормуль... Да, в говно встал. Говно какое-то термоядерное здесь. Опа, оно прям даже съедает штукенции, на которые мы встаем. Так. Этот мертвый. Этот мертвый. Так, что здесь? Снова пещеры. Снова пришли к началу. Пещеры всякие. Окей, ладно, допустим. Нормально. Куда плыть-то? Куда плыть? Меч? Хера себе. Нормально. Пиратский меч, смотрите. Сундук. Или что это? Сундук? Какие-то пираты. Плохо. Пасхалка какая-то. Ладно, плывем дальше. Понятно, на протяжении всей игры мы блуждаем по одним и тем же локациям, все. Хера себе. Смотрите, щит! Столько всего тут, да? Скелеты здесь могут быть моряками и пиратами. Мы думаем, что они дезертировали и из британского флота и искали убежище на острове. Круто. Круто. А дальше что? Между пиратами и моряками произошел какой-то внутренний конфликт. Скорее всего, он произошел из-за драгоценных артефактов, которые мы достали из этой пещеры. Мы считаем, скорее всего, они в тот момент были в нетрезвом состоянии. На некоторых костях есть следы укусов, похожие на человеческие. Ясно. Я понял. Я понял. Ну ты явно не пират. Явно не пират.
Из-за болезни нам пришлось оставить части команды. Скорее всего, они чем-то заразились. С того момента мы будем использовать наши костюмы хазмат. Мы знаем, что это небезопасно. Короче, пираты, что ли, притащили какую-то херню сюда? По ходу дела. Так. Ой! Ты прикольнулся сейчас? Нет, какая нахер? Смотрите, какая вода. Прям. Наверное, в воде эти водоросли, наверное, красные, да, про которые говорили. Ладно. Опять побережье. О, корабль. Отлично, ладно. Хорошо. Почему он не бегает у меня? Ты ноги сломали, что ли, или что? Опа. Опа. Спутниковую антенну. Почему не бегает? Погоди, не бегает. Управление. Прыгнуться, взаимодействовать, вперед, атака, быстрое сохранение, перезарядка, бег, левый shift. Не бегает. Нажимаю левый shift, не бегает. Леон, автомат слишком тяжелый, чтобы он бегал. Статус активный, подавитель УВЧ сигналов активный, удаленная блокировка. Так, это блокировка. Ладно, ясно. Пока не понимаю ничего. Окей. Надо, короче, что-то эту антенну куда-то направлять. Пока непонятно. Ну, ладно. Окей, хорошо. Давайте, друзья, продолжим уже на следующей серии. Вот, что-то мы немножко переиграли, даже уже больше, чем положено. Где-то минут на 10. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И подписываемся на запасной канал, ссылка будет все это в описании. Вот, там будут стримы
проходить и так далее. Еще раз ставим лайки, ставим дизлайки, если вам не понравилось, и отписывайтесь в комментариях. Вот, почему поставили лайк, почему поставили дизлайк. Просто интересно. Вот. И я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Всем пока.